Привет, друзья! Мы с вами в якорной щели, база отдыха «Прогресс». База не новая, построена в советские времена. Точный год постройки я назвать не могу, но это был точно Советский Союз. Рядом имеются навесы, боксы для машин. Вы можете его также арендовать. Все стоит очень недорого. И поставить свою машину, чтобы на нее не попадал град, дождь. Если не хотите, можете поставить просто во дворе. Сейчас идет здесь небольшая стройка, поэтому имеется строительный мусор, но ничего страшного. Здесь есть сауна с хорошим бассейном и очень хорошая сауна. Здесь вход. Раньше был фонтан, но сейчас он не работает. Въезд с центрального шоссе, который идет в Адлер, вот отсюда осуществляется. Заезжайте, здесь также можно поставить машину. Здесь бильярдная, детская площадка, что немаловажно. Есть место, где дети могут как-то скоротать время. Вечером, например, поиграть. Здесь можно надвинуть сетку. И, пожалуйста, можно играть. Скамеечки, чтобы отдохнуть. Ребят, ну и сама территория базы отдыха. Основной корпус. Территория очень зеленая. Растут пальмы. Виноград, инжир. Здесь тоже такие домики двухэтажные. В них можно поселиться. Мы живем в центральном корпусе. Здесь есть летний душ, туалет. В домиках тоже есть удобства. Мангал, пожалуйста. Можно жарить шашлыки. Рядом находится мясной магазин, в котором большой выбор мяса. Также можно купить уголь. Виноград поспевает, смотрите. Вот инжир. Растет. Тоже уже кое-какие поспели. Кое-какие еще нет инжирины. Пальмы, смотрите, какие здоровые. А вот, смотрите, ребят. Кстати, вот инжир валяется, уже поспел. Видите, муравьи едят. Давайте разломаем, посмотрим. О, вкуснятина. А вот, ребят, смотрите, самые настоящие бананы. Это цветок. А это уже самые маленькие бананчики. Но остальные отдыхающие поотрывали. К сожалению, бананы здесь не вызревают, поскольку климат все-таки не такой, какой нужен бананам. Немного прохладно, но маленькие бананчики висят. Вы можете посмотреть, если никогда не видели, как они растут. Есть столики, скамеечки, можно отдохнуть. Беседка. Мы жарили шашлык и с другом сидели здесь допоздна на этой беседке. Кушали шашлык. Здесь летняя кухня. Ну, там люди сейчас, мы не будем их беспокоить. Вот такая замечательная территория, база отдыха «Прогресс», якорная щель. Координаты оставлю в описании. А это, знаете что? Это лавровый лист растет, который вы покупаете в пакетиках сушеные и кладете в блюдо, когда готовите. Самый настоящий лавровый лист. Здесь можно посидеть, поговорить вечером. Столько запахов приятных от разных растений, столько всего. Цены здесь недорогие, море находится рядом, можно запросто дойти за 5 минут до вокзала, якорная щель. Приезжайте, база отдыха «Прогресс».